Привет всем в новом году. Я видел много поздравлений от вас в комментариях и в личных сообщениях, и в Viber вы мне писали. Спасибо огромное. И пользуясь случаем, хочу поздравить и вас точно так же с Новым годом, с Рождеством, а то есть двумя. Может, кто-то празднует сразу два, либо одно из двух. Знаете, первый ролик в этом году я хотел сделать такой, ну, как бы обзорный, наверное, сделать такой срез, подвести некие итоги 2019 года, рассказать о планах, о каких-то прогнозах на 2020. Но пару дней назад буквально я такую картину увидел, ну, как бы даже это не картина, а вообще такая целая ситуация. Вышел я из дома, сел в автомобиль, начал прогревать его, и вижу, идет женщина по улице, лет 40-45, абсолютно нормально, прилично одета. Идет она, значит, прогуливается неспешно, достает из кармана смартфон, включает фонарик, потому что уже было темно, ну так, не сильно, но уже темнело, и подходит к мусорному баку и начинает там что-то искать. Ищет, ищет, находит, складывает это в пакетик, который нашла там же, и дальше неспешно продолжает прогуливаться. А в это время по радио идет, ну, такая познавательная информация, ну, даже не информация, а какая-то программа, не помню, как она там называется. Там рассказывают всякие интересности из мира. И вот в этот как раз конкретный момент, когда вот это я вот наблюдаю, ведущий этой программы рассказывает о том, что Toyota запустила проект по созданию беспилотных автомобилей. И вот я смотрю, вот женщина, смартфон, мусорный бак, там это Toyota с беспилотными автомобилями. И я как бы сижу и понимаю, что вот оно будущее настало, но где-то не здесь, да? Здесь у нас все точно так же и осталось, как и было. И изменение цифр на календаре, в общем-то, само по себе ничего не меняет. И поэтому я решил отказаться от этой идеи, как бы, ну, вчерашний, грубо говоря, день ничем не отличается от сегодняшнего. Продолжается весь этот театр абсурда. Ну и поэтому никакого вот такого вот ролика про итоги, планы и прогнозы я делать не буду. Просто давайте двигаться дальше. Еще раз повторюсь, цифры ничего не меняют. Мы с вами можем поменять либо все, либо хотя бы что-то. Но для этого нужно что-то делать. Давно меня не было, я отдыхал, решил немножко отвлечься, и надеюсь, и вы тоже немного отвлеклись от этого всего, потому что праздники есть праздники. Хотелось побыть с семьей, всем, я думаю, да. Ну, а дальше продолжаем. И сегодня я смонтирую ролик, который записал еще в прошлом году, просто руки не дошли его смонтировать, про наших любимых боевых балаболов. Советую всем посмотреть, будет очень интересно, потому что наблюдать за нытьем беспредельщиков, когда их уже прижали, это просто бесценно. И напоследок хотелось бы поделиться одной песней, так вот необычно. Мне кажется, она слишком недооценена, а возможно, таким вот образом я ей дам большее распространение. Все, пока. Багато тут зла, бо не макається у людей, від розбещених тіл тільки пил.
таксі пекло тут. Але віра живе, що насіння нове знищить бруд. Хоч воно непросте, та воно проросте, не засне. І настане той час, де не буде вже нас, буде все, все, все. Я так вірю у них, і що зміниться світ, буде зліт. Прийде інша весна, буде вірна вона, зникне лід. Віра! Побачу вже я. Чорний ворон літає, минають літа без мети. Без мети. Сіра маса людей садить маски на клей. Не знайти, де його знайти. Того сенсу життя в цих коробках сміття в синій мій. Просто в синій мій. Тільки віра живе в капітанів нових і в нові кораблі. Віра! Це все побачу ще.